Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня, продолжая тему экипировки от Miklin, расскажу о щитках. Щитки. Кто смотрит мои ролики, знает, что я играл до этого больше 6 лет тоже в форме от Miklin. Можете посмотреть мой предыдущий ролик, в каком качестве осталась форма после 6 лет использования постоянного. И вот новая модель, совершенно новая модель. Не знаю, появилась ли она еще в массовой продаже у Miklin. Вот мне прислали такую модель, как тестовый вариант. Я заказал, Miklin предложил, я согласился. И остался доволен. Играю уже 2 месяца. 2 щитка новой экипировки весят как один щиток с предыдущей модели. Действительно, на ноге очень удобно. И как вы знаете, чрезмерно легкие щитки это тоже нехорошо. Здесь идеально подобран, по крайней мере под меня, мне так кажется, баланс веса. Не тяжелые, но не очень облегченные, чтобы вы все-таки чувствовали, что у вас есть защита. На ноге это в первую очередь безопасность, здоровье ваше. О чем хочу сказать? Материалы. Материалы шикарнейшие. Я потом вам покажу. Я снимал, ходил на выставки, где представлены ведущие американские, канадские бренды. Скажу, что материалы все используются те же технологии в изготовлении, что кожаных изделий, что матерчатых. Все лямки, все липучки. Липучки сейчас резиновые, тянутся. Посмотрите, насколько интересен и комфортен в использовании голеностопный крепеж. Также, что мне очень понравилось, есть 2 варианта крепления подколенного ремешка. Можно, как делает канадец Прайс, под коленку, но на голеностоп. Можно использовать стандартно под колено. Повторюсь, что щиток очень легкий, щиток очень комфортный. И самое главное, износостойкость. Посмотрим, сколько прослужит этот щиток, но предыдущий, и вы, я уже повторюсь, можете это наблюдать, отработали больше, чем можно было ожидать. Больше 6 лет я отыграл в той экипировке. Очень доволен, спасибо Miklin. Всем настоятельно рекомендую использовать экипировку Miklin, потому что, друзья, я уже говорил, покупая Miklin, вы покупаете качество. Качество не только самих материалов, но и качество изготовления. Если вы будете заказывать экипировку каких-то ведущих других брендов, они будут сделаны в Китае. И у меня очень много друзей, вратарей, и про-атлетов, и просто кто играет в любительский хоккей. И я видел, во что превращается уже через год китайская модель. Неважно, какого бренда. Наверняка вы тоже с этим сталкивались. Покупая Miklin, вы экономите деньги, во-первых, потому что они стоят подешевле. А во-вторых, вы не просто экономите деньги, вы на долгие годы покупаете себе надежную экипировку. И что важно, Miklin это про экипировка. А покупая другие бренды, вы должны смотреть на то, чтобы это была именно про экипировка. Потому что они изготавливают очень много простой экипировки. Она не настолько комфортная, но что самое главное, она больше несет в себе риск, что вы получите травму. А все-таки у нас и так перспектива травмироваться у вратарей очень высока. Поэтому если вы бережете свое здоровье, бережете здоровье своего ребенка, если он у вас вратарь, я настоятельно рекомендую покупать форму от Miklin. Он, кстати, делает качественную экипировку и для детского хоккея. А в следующем видео я вам расскажу одну фишку, которую я использую именно для щитков, и покажу и расскажу, и вы тоже сможете ей воспользоваться для более качественной игры в воротах. Всем пока, увидимся в следующий раз.